Всем привет, меня зовут Настя, я студентка из Харькова, сняла посуточную квартиру на Каразина 4, рядом с метро Университет. При входе в квартиру сразу кухня, большое зеркало, здесь комната. О сайте узнала из интернета, просто в поисковике Google. Такая спальня. Тоже огромное зеркало в спальне. Ванна. Большое джакузи. Обратилась именно на сайт litki.com, потому что о них очень много хороших отзывов. Квартира находится на цокольном этаже. Сделана в таком стиле подводной лодки. Кстати, на визитке было написано «Батиска». Так называется квартира. Хромная плазма. В квартире все понравилось, все устроило. В принципе, минус только то, что нет окон. Ну, для кого минус, для кого плюс. Всем спасибо.